Для приготовления обалденно вкусной закуски, которая еще подойдет девушкам и мужчинам, следящим за своим питанием, мы берем пачку творога, причем можно брать любой жирности. Я беру всегда практически с минимальным процентом жира, разминаю вилочкой и добавляю туда 2 куриных яйца. И потом тщательно это все между собой перемешиваю. При желании можно немножко посолить, добавить соевого соуса, те приправы, которые вы любите. Также можно добавить мелко нарезанный болгарский перец, ну а я добавляю просто зелень, которая была у меня в холодильнике, а именно петрушку. Раскаленную сковороду немножко смазываем растительным маслом и перемещаем всю смесь на сковородку и тщательно все разравниваем. Оставляем пропекаться с одной стороны примерно минутки 3-4, но вы увидите по характерному внешнему слою, когда начинает все схватываться, а потом нужно аккуратненько все перевернуть на другую сторону и все дожарить до конца. Такой омлет получается необычайно легким, воздушным, но в то же время очень питательным. Это просто кладезь полезного белка для тех людей, кто следит за своей фигурой и своим питанием.